Всем привет, ребятушки! В прошлой серии я остановился на том, что купил себе CD-плеер. Это был 1995 год, и я в этом 100% уверен. Дело в том, что корейский плеер, он, кстати, назывался Jackson, выглядел как-то вот так вот. Дело в том, что перед тем, как купить себе этот плеер, я сначала купил свой первый в жизни CD-диск с музыкой. И этот компакт-диск у меня сохранился. Сейчас я его покажу. И кое-что, возможно, расскажу такое про компакт-диски. Ну, по крайней мере, про диски тех времен, что вы не знали. А именно, про очень хитрую маркировочку, которая наносилась на некоторых CD-дисках с музыкой. Вот этот самый компакт-диск. Это мой первый CD-диск, который я купил. Так получилось, что на рынке кто-то, кто торговал рядом со мной, выставил на продажу CD-плеера, этот самый Jackson. Ну и цена была ниже, чем в магазинах, но дороже, чем стоил, скажем, бэушный магнитофон кассетный. Вот, кстати, год компакт-диска, видите, 1995. Ну, значит, я не ошибся. Так получилось, что я сначала договорился с продавцом CD-плеера, что я у него покупаю 100%. Чтобы он его никому другому не продавал. Ну, а сам заранее пошарился по рынку. И время от времени там появился один такой мужичок интересный, который продавал компакт-диски очень много коробками, дешевле, чем в магазинах, по 10 рублей. Вы, кстати, обратили внимание на значок, на буковки, которые были написаны на том диске? Там было D, D, D. А вот смотрите, видите? A, D, D. Ну, это то, о чем я вам ранее говорил, что была такая хитрая маркировочка, которая кое-что обозначала. Это было далеко не на каждом CD-диске написано, но на некоторых это было. Интересно знать, что это такое. Называется все это Sparse Code. Вот конкретно ADD значок означает, что запись сделана на аналоговом магнитофоне, сведение на цифровом, ну и цифровой мастеринг. То есть А это аналог, Д это цифра. Соответственно, три буковки Д означает, что полностью цифровая запись, все три этапа. Скорее всего, не все из вас об этом знали. Ну и к тому же, не каждый CD-диск с музыкой маркировался подобной отметочкой. Ну вот об этом я узнал еще в те времена. То есть, видишь, три буковки А. Ну, значит, все полностью было в аналоге. Запись, сведение, мастеринг. Ну, а потом уже запись на CD-диск. Ну что же, я продолжаю свой рассказ. Следующая моя покупка был уже кассетный магнитофон. Хороший магнитофон. Но купил очень дешево. Это был магнитофон Akai. Достался он мне по стоимости, равной стоимости блока кассет. Но он был неисправен. Мне очень повезло тогда с продавцом. Хороший был продавец. Дело в том, что я у него покупал неоднократно. И конкретно про этот магнитофон он мне и рассказал, что у него неисправна такая-то микросхема. Даже вскрыл корпус и показал мне ее. И даже стоимость назвал. Я точно помню, что микросхема стоила 80 рублей. Вот смотрите, сам магнитофон 120. Ну, естественно, на тот момент времени, это 90-е годы. 95-96 год. Магнитофон 120 тысяч, микросхема 80 тысяч, плюс к ней еще за несколько рублей купил какую-то, ну такая, в общем, площадка, куда эта микросхема просто вставляется и при надобности легко меняется. 200 рублей с копейками, сам его починил и довольно-таки долго им пользовался. Предположительно, этот магнитофон Akai из серии GX выглядел так, а может быть вот так. Дело в том, что я точно не помню, к сожалению, не помню,
название модели. Помню только то, что у него были фиолетовые кнопочки с правой стороны, и магнитофон был реверсный. А также у него была еще возможность как-то его программировать. Ну, то есть, что-то вроде режим демо. Нажимаешь кнопочку play, он перематывает, воспроизводит песню в течение 10 секунд, перематывает на следующую, ну и так далее. И на этом аппарате я только записывал кассеты. То есть для воспроизведения он не годился, ну, по моим меркам качества, скажем так. То есть магнитофон электроника с включенной системой шумопонижения воспроизводил в разы круче. Но этот Akai записывал обалденно. Единственный у него был нюанс, нельзя было записывать запись, ну скажем так, выше плюс 3 дБ. Или даже выше плюс 1 дБ. Получался звук, в общем, какие-то искажения шли. Ну, аппарат ко мне попал бэушным, что вы хотели. С тех времен, кстати, у меня даже сохранилось, 100% сохранилось несколько кассет, которые я знаю, что записывал именно на этом аппарате с компакт-диска. Одна из таких кассет — это бас 120-минутка. Звучит просто изумительно. Если бы сейчас мне предложили сравнить тот Akai с теми магнитофонами, которые у меня есть в данный момент, то, пожалуй, он записывал как Technics RSBX 404, которым я сейчас пользуюсь. Но Technics воспроизводит звук гораздо лучше. Все-таки тот Akai был больше предназначен для записи музыки, а воспроизводил с шипением. Ну, как вы понимаете, системой Dolby я не пользовался. До воспроизведения я имею в виду. Но использовал эту систему для записи кассет. Это такая я продал через несколько лет. И нисколько не жалею о том, что я его продал. Ну, действительно, магнитофон был рабочая лошадка для записи, а не для прослушивания музыки. И продал я его году эдак в 98-м, может, в 99-м или даже в 2000-м. А продал по одной простой причине. У меня уже тогда появился компьютер. Мне очень сильно захотелось купить CD-ROM. Вы представляете? Обычный CD-ROM. Не пишущий, не DVD. Просто устройство для компьютера, которое считывало компакт-диски. И я его продал ровно по той цене, за которую купил CD-ROM, там же на барахолке. Да. А еще у того самого продавца, у которого я покупал магнитофон Akai, я покупал себе еще другие вещи. То есть точно помню, что в 95-м году я купил у него кассетный плеер Sony Walkman. Три батарейки пачку, или даже 4 в нем было. Такая большая бандура, серьезная. В чехле из кожзама, или из кожи, не помню. Серебристого цвета. И я с этим плеером путешествовал на поезде в Москву. Классный плеер был. Я тогда ездил к брату на его свадьбу. Ну, целая отдельная история. Там такие приключения вышли. На всю жизнь запомнил. Да, и еще. Там же я купил у этого мужика нерабочий магнитофон, автомобильный магнитофон Blaupunkt. И, собственно говоря, с него какое-то время я продавал кассеты. Классно было, правда. Воспроизводил отлично. Но он был нерабочим, и кое-что в нем я дорабатывал. Хотите знать, когда и как закончилась моя карьера с моей студией звукозаписи? Все просто. Все закончилось тогда, когда начали массово появляться в продаже студийные кассеты. Причем записаны были паршиво. Я до сих пор ненавижу студийки. Ну, их можно было покупать оптом
по цене, ну, практически такой же, как я покупал чистые кассеты. Хорошие кассеты, Бас, ТДК, Sony. Напомню, кассеты я покупал по 2, по 2,5, по 3 рубля пустые. Записывал и продавал по 12 рублей. Ну, на тот момент с 3 нулями, имеется в виду. Так вот, студийки можно было покупать также там 2, 3, 4, 5 рублей. Продавались по 10. Но это был конец целой эпохи. Стали прижимать всех, кто торговал не студийками. Да. В общем, на этом дело мое и закончилось. Как только на рынке стали всех гонять, тех, кто не торговал студийками, ну, на этом все закончилось. После того, как я закончил торговать кассетами, в принципе, для меня особо ничего не изменилось. Я каждые выходные продолжал посещать радиорынок, но просто уже торговал другими вещами. Конечно, сначала я распродавал свою аппаратуру, которая у меня была, то есть магнитофоны, у меня их было много. Со временем переключился на какие-то компьютерные железяки, то бушный жесткий диск какой-нибудь продаж, то звуковую карту, то еще что-нибудь, материнскую плату, процессоры, т.д. и т.п. Так что я еще несколько лет после того, как закончился мой бизнес, продолжал там бывать. Было много знакомых. Тогда уже пошли компакт-диски с фильмами, обменивались там, да. Компьютерные железяки, процессоры, материнские платы, звуковые карты, жесткие диски, CD-ромы и прочее, прочее, прочее. Блоки питания. В общем, дальше я переключился уже на компьютерную тематику. Продавал, покупал, обменивался. Короче, наступила эпоха компьютеров. Кассеты закончились. Такие вот дела, дамы и господа. Всем пока. И увидимся еще. Вполне возможно, я вам расскажу продолжение этой истории. Моей истории.